Сегодня я выучу трюки с ножом-бабочкой. Чтобы не убить себя, я заказал себе бабочку-расческу. Вот так вот она прикольно выглядит. Для начала я должен буду выучить Basic Opening. И знаете что? Это намного легче, чем кажется. И уже с пятой попытки у меня получилось сделать Basic Opening. Давайте перейдем к чему-то посложнее, и это Thumb Around. Мой любимый с пен-спиннинга. Так как я раньше практиковал пен-спиннинг, данный элемент мне оказался легче, чем я ожидал. Итак, чтобы сделать этот элемент, мы берем нож примерно в таком положении, закидываем кистью, отпускаем, он прокручивается вокруг нашего большого пальца и ловим за безопасную рукоять. Все. И тут остается уже дело практики. Спустя 15 минут я спокойно выполняю этот трюк и совмещаю его с моим прошлым. С вас я жду подписку на канал, а с меня вторая часть. Всем пока и до следующего видео.